И снова здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители канала «Уголок любопытного геймера». Я продолжаю играть в Shadowrun Returns. Мы уже завалили целую уйму бессмертных жуков. Несмотря на то, что они бессмертные, они оказались какие-то не особо бессмертные, если учесть наши новые разработки, то есть проект Aegis. Такие прикольные дробовички, которых, вообще-то их должен быть один. Но на самом деле вот у этого зеленого чувачка, который вместе со мной шляется, у него есть еще один, так что мы вообще тут просто рулим. Вот. И значит, мы перешли на какой-то новый уровень, видимо, в какие-то глубины ада универсального, всемирного братства. Универсального все время хочется сказать, потому что Universal, она на английском пишется. Так, ну и наш новый спутничек Орликин, который мне, в принципе, понравился очень даже, говорит... Так, мы продолжаем спускаться просто в брюхо зверя. А тебе что, это прям нравится? Это, ну, шататься с шедоураннерами и убивать насекомых, духи насекомых со специальной пушкой-инсектицидом? А чем тут можно не наслаждаться? Вперед! Крайне позитивный чувак, и он мне очень нравится. Так, давайте. Побежали. Что у нас тут? Бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. Так, а этот вот у нас изверг, что у нас? А, вы перезарядились все. Ну и отлично. Так, мои малыши. Ага! Вон и как тут можно. Ладно, окей. Нужно заслать этих засланцев. Так. Подрубаем. Эй, занырнул. Эй, занырнул. Отлично. Теперь. Какого, блин, беса? Тут так подозрительно тихо, и мне это не нравится ни хрена. Так, Орликинушка, давай, погнал. Сейчас вылезет, наверное, да? Толпа засранцев. Так и есть, блин. Кусок ты органической субстанции. Ну-ка, отхвати. Ой, блин. Чувачина, ты... Ай, сил у меня нет с тобой, блин. О-о-о. Ни хрена себе. Обалдеть, вот это нас прижали, а. Да еще я и дронов увел. Ну вообще, герой, а. Так, нам надо валить одного. Целенаправленно. Так. Хорошо. Так, что там у тебя еще остались жизни-то? На! Блин! Капец вообще. Ну и чё? На. Ух ты! Ёшкин клоп! Да.
гад ты мерзкий. Ну ладно, Арлекин, допустим, не обязательно ходить на этом ходу. О! Хорошо. Хорошо! Так, дядя. Доставай свой Aegis. Ну что ты творишь? Ой, связался с идиотами. Ну и чё? Ну чё делать-то? Ну а чё делать, блин? Ни в какое укрытие не сбежишь. Ладно, а если так? Ай. Шляпа. Так, ну-ка спрячемся. А на тебя мы вот так вот. Нацелимся. Ну чё толку-то? Ну чё толку-то вот от того, что я тут поползу и поезжу? Вы вот сейчас, наверное, вот тут вот дыра откроется, да? Да на. Конечно, иммунитет. На! Твою за ногу! Он воскресился, зараза! Я и не заметил. На! На! Арлекин, давай вылетай уже просто на ему. На орехи. Держи, сволочина. Во, пришибли. Отлично. Так, значит, ты. Караулишь его, исключительно его. Как только он очухается, сразу ему в лобешник. Ой, нет никакого желания связываться с тобой. Ага, вот он ты. Ай, да что ж ты, лысый! Ну, лысый! Тебя надо покарать просто. Ну ладно, хоть этот крит словил. Вот сейчас не промахнись. Нет слов, кроме нецензурных, вот тебе. Нечего сказать, блин. Подлюка такая. Давай ему уже. Намагичь чего-нибудь. Бабах, блин. Так, что у нас тут еще? Кто может? Ну давай, ну сейчас ты не промажешь. Ой, в упор, из дробовика. О-о-о. Герой. Ну, герой. Ну, а этот-то положит? О, в клочья. Просто разорвал нахрен. Давай, карауль. Промазал. А я нет. Давай, заряжайся. Еще тебе. Ну все, что ли? Фух, блин. Ну и сволочи, а? Да. Нет уж. Подожди. Что там у нас? Перезарядимся. У тебя еще две аптечки есть, да? Хорошо. Так, значит... Погас. Погас. Перезарядился. Ждем. Давайте выползайте сюда. Хорошо. Надо чинить вот этого вот товарища.
же без этого. Да блин. Неудачно встал. Ну как-нибудь подтянитесь сюда, что ли, олухи. Надо подождать. Ну, идите сюда, балбесы. О, наконец-то, блин. Не прошло и года. Давайте, еще сейчас еще один вылезет. Ну должен вылезти-то. Блин, ну я вас знаю, ребят, ну по-любому вылезет сейчас вот отсюда. Ой. Ладно. Предположим, я не заподозрил ловушки. Мои мысли, мои скакуны. О! Вы только на это посмотрите, а? А, по одной постреляю. Да. Ну давайте. Я, в принципе, готов. Давайте. Подкатывайте сюда. Оп. Как же так получилось-то? Тебе, наверное, больно, да? Мы сейчас вам устроим небольшую финтифлюшку. Ловите. Ой. Вот это вас шерстануло, да? Чё? О, дружище. Не повезло тебе, да? Ой. Помер. Выглядите. Печально это? Ой. Я вообще-то хотел единичкой выстрелить, ну да ладно. Чё, оглушил что ли? Ладно. А, ты сам. Ну и чудесно. Давайте выдвигаемся. Ах, Арлекино, Арлекино. Так, значит, и надо перезарядиться. Так, ну ты жди, жди, жди. Пока нам не требуется ничего, помощи роботов, я имею в виду. Будем плавно передвигаться и держать полными свои магазины. Ждем. Опачки. А ты еще что за бомбардир? Ё-моё. Братва. Так, я лучше куда-нибудь слиняю. Ладно. Ты, гад такой, должен огрести. О, вот так вот примерно огрести должен. И от меня. Вот так вот. Вот. Вот это мне больше нравится.
Так, Арлекин, тут делать нечего. Фиг тебе. Интересно, как они в виде души могут атаковать? Ну, то есть они же в параллельном мире-то находятся. Почему они меня могут атаковать своим оружием, а я их не могу атаковать своим? То ли я пропустил объяснение, то ли забыл, то ли не додумали. Блин, специальные жуки. Ну, пожалуйста. Убей его, а. Ну, попади. Есть! Он не успел воскреснуть. Чудесно. Чудесно, раз чудесно. Окей. Разряжаемся. Топаем. Арлекинчик. Так, ну вы, ребят, давайте. Подтягивайтесь. Где там наш призрак? Гоуст! Давайте перезарядимся и сменим тип стрельбы, что ли? Ну ладно. Так, ну тут-то сейчас, наверное, повылезает, да? Давайте подрубим дрона. Что там за углом? Что там за углом? Вроде так напрямую никого нет особо, да? Перезарядимся и будем на чеку. Тоже. А. Давайте перезарядимся. Перезаряжаться нам не надо. Не требуется. Так, Арлекин колдует. Мачете убивает. Угу. Ну, давайте, ждем. Во! Выползли скоты, да? Да откуда ж вы взялись-то? Держи. Держи еще. Ё-моё! Так, это было неплохо. Как минимум. Так. На тебе, падла. Сейчас кайф-то поломаем. Ладно. А чё это я тебя нет? Не могу в тебя выстрелить, да бросьте. Вы чё? Тут и спрятаться-то негде. Да... Как я не могу в него выстрелить-то? Он вот вообще вплотную стоит. Капец вообще какой-то. Ага. Йо. Ну ты гадус. Ну ты гадус. Держи-ка. Держи еще. Так. Вот тебе. На раздачу. Опачки.
Так, кого я могу тут? Кто-нибудь ранен? О! Себе могу. А, неплохо. Мне прежде всего нужно засандалить вот по этому гаденышу. Чтобы он наверняка сдох. Так, значит, этот воскресает. Гасим его. С этим надо что-то делать. Да ты чё? Лысый, как тебя зовут? Чтобы я с тобой больше не связывался. Ну, хоть как-то ты компенсировал свою... свой позор. Воскрес. Так. Ну-ка, держи. Перезарядимся. И еще держи. Отлично, отлично. А, мне даже не надо, мне надо... Вот так. Очень хорошо. Держим поле зрения. Так, ну вроде больше ничего такого. Ничего не сделаю так. Но ты все-таки офигел. Как же ты мог, Кредо? Кредо. Дурилка ты картонная. Как мог ты промазать такую минуту? Чувак. Ну нельзя же так. Вот. Ну, другой разговор. Ну, вылечи себе эти две раны. Че? Хуже не будет. Давай, полетел на разведку. Тоже небось сейчас вылупится какой-нибудь шушер до хренища. Так, надо теперь перезаряжать все. Хотя у меня там очень много патронов этой пушки. Ну уж лучше сейчас перезарядить. Едем дальше, едем дальше. Что там у нас этот летун наш? Ага. Кстати, а что это тут вот было? Тут тоже был, что ли, этот? Вроде оттуда-то никто не выбегал. Так, что у нас? Что-то я не понял. Реально никого здесь нет. Странно. Ну, просто не помню, чтобы оттуда кто-то выходил, какой-нибудь жук. Ладно. Меньше паранойи, больше дела. Опа. Спрячемся. Давай. Давай, вперед. Надо быть начеку.
и я буду начеку. Так, летунище, летунище. У тебя такое глазище. Ой, здрасте. Вот поэтому я все время посылаю вперед дрона. Ну окей. Я буду ждать тебя. Давай. Ну давай, вылетай. Вылетают расписные, залетают тоже ничего. Ну, о, в клочья. Погодите, это я по своим, что ли, дамага влепил? Балбес. Ладно. Кредо, возьми саблю свою прекрасную и почикай этого. Эту в клочки неприличные. Так, что у нас здесь? Что-то можно взять? О, гранатка. Так. А у кого у нас есть место в... А, во, вот у тебя. Да что ж такое? Бери уже. Вот, отлично. Отлично. А здесь чего? Так, закрытый шкафчик. И кардридер, и разъем под блок данных. Ну ладно, я не декер, что же делать-то? Так, вот я открыл дверь. Врубаем дрон и сваливаем отсюда. Да. Идем. Конечно, я слегка покоцанный, но почти что как новый. Мы уходим с очередной локации, и я так понимаю, очередная серия у нас сейчас подойдет к концу. Да, так и есть. Игра сохранилась, и это значит, что мы очередную серию закончим. Ждите новых частей, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Любопытный Геймер. До связи.